Шериф Вуди из истории игрушек, далматинцы и персонажи из «Инопланетянина». Винтажные игрушки из американских кафе продают на Камчатке. Это небольшие статуэтки, произведенные в 90-х годах прошлого века, которые вкладывали в комплексные боксы с едой для детей в ресторанах быстрого питания. «Имеется много игрушек из Макдональдса, Бургер Кинга и Вендис», рассказывает продавец. «У некоторых есть небольшие потертости, иногда не хватает мелких деталей, однако почти все игрушки в рабочем состоянии. Есть и редкие экземпляры. По словам мужчины, часть коллекции уже продана, но в наличии осталось еще много экземпляров. Стоимость у них разная, в среднем по 500 рублей за штуку».